все, они сдаваться будут, мы на их родине. Не, ну, конечно, они не будут, они не до последнего украинца будут сидеть и все. Не скоро это закончится. А кого нахрен мне это надо 20 лет? Путем ребенка не видел, да и жизни. Мне эта Украина вообще не интересна. Надо приезжать и увольняться. Ну куда приезжать и увольняться-то? И что да потом? Да нахрен, туда, я тебе говорю, второй раз на отказ все пойдут. Сейчас на контракт никто не пойдет. У кого не спроси контракт, у кого заканчивается, никто уже не горит желанием противостоять. Ну и прямо вот ты хочешь сказать, что у вас там нет таких патриотов даже, пусть там не беру из числа там офицеров, кто давным-давно служит, ну прямо вообще нет людей, которые настраивают на другой лад и говорят, что блин, ну должен же патриотизм сработать. У меня мама командир моей батареи второго взвода, сам себе в ногу стрельнул, чтобы свалить отсюда, еще в самом начале. О чем говорить можно, он срочку в Чечне служил. Ну хорошо, ну вот скажи мне. Завтра Запад скажет, воздушная тревога по всей территории Российской Федерации и Украины, мы наступаем на Россию. Кто будет защищать тогда Россию? Кто? Скажи мне. Нас просто всех поубивает, будет Четвертая мировая война, и Россия в ней проиграет. Тогда Путин может одуматься. Он же понимает, что тут мы отхватываем жестко, а боеприпасов людей нет. Управление от Москвы, вот это со штаба ВДВ нашего, они же это все прекрасно знают. Сколько комбриг наш пытался письмо отправить, ему все время отказ приводит о выводе наших бригад. Как у них по уставу у офицеров сказано? Если бригады меньше 50% осталось, бригаду выводят, либо прикомандировывают к другой бригаде. А по итогу что? Мы как воюем свои бригады, так и воюем, а народу только меньше становится. У нас люди вообще путем даже сами пропадают. Кто просто без вести пропали. Кто-то в плену, кто-то где-то гасится, прячется, кто-то уже в России, может быть, давным-давно. Ушли и ушли просто, да? Ну, конечно. Ну, это же не война. Он не мог объявить войну, понимаешь? Кто, Путин? Да. Потому что он наступил сюда. А нас же никто не нападал? Он не наступил. Он вообще шел на ДНР и ЛНР. Не знаю, изначально. Мы там даже рядом не были. Ну, короче, прям таких, получается, патриотов все равно нет, кто бы там говорил там вечером за чашкой чая там, ребята, ну вы че там, ну а кто тогда, если не мы? Нет таких, да, Никита? Тула заехала сюда ненамного и уехала. Псков тоже заехал и уехал. Вот 7-я дивизия заехала, их всех размотали, и единицы вообще уехали. Целый полк так сфигачили. Пипец.